Всем привет! Вы на канале Сокол Лайф, и в этом видео я вам расскажу о степном луне. Итак, давайте начинать. Степной лунь – это птица семейства истребиные. Половой диморфизм сильно выражен у птиц этого вида, что позволяет отличить самку от самца по внешнему виду без всякого труда. Самцы светло-сизые, снизу практически белые, в то время как самки буровато-пестрые, с полосатыми крыльями и хвостом и узким полулунным белым пятном на подхвосте. Питаются степные луни грызунами, млекопитающими и птицами. Основой рациона являются хомяки, полевки, мыши и некрупные суслики. Реже перепелки, жаворонки и маленькие деревята. Обитают эти птицы в лесостепной и степной зонах Евразии, от Украины до Прибайкалья, в северо-западе Монголии и в Китае. В сентябре степной лунь отлетает в теплые края. Основными направлениями для зимовки являются Африка и Юг Азии. Возвращаются они в апреле и начинают строить гнездо. Располагают они его в степях, на ровной земле. Состоит гнездо из жесткой травы и веток кустарников. Когда гнездо готово, птицы приступают к размножению. В кладке от 3 до 7 яиц, чаще всего 4 или 5. На протяжении 28-30 дней самка насиживает яйца. После вылупления птенцы сидят в гнезде 38-45 дней, пока не научатся летать. Из-за уменьшения кормовой базы, то есть количества грызунов, численность степного луня уменьшается. Сейчас этот вид занесен в Красную книгу России как вид с уменьшающейся популяцией.